Будьте готовы ко всему. Тормози! Пошла? Ты ищешь артефакт
Я покажу тебе правду. Артефакт в прошлом. Но я здесь, чтобы поговорить о будущем. Иди за Лидией Фрай. Она приведет ко мне. Когда здесь будет второй эшелон? Через час, не больше. Не с места! Это не слишком вежливо. Сейчас трудные времена, но законы вежливости забывать нельзя. Опустите оружие. Кажется, мы с вами шли по одному следу, мисс Фрай. Я была первой. Это достойно похвалы. Однако я боюсь, что нам с вами не удалось полностью искоренить здесь зло. Есть еще радио. Следуйте за мной. Будьте так добры. Мы должны найти второе радио, иначе вскоре сюда прибудут новые цепелины. Мы в меньшинстве, не так ли? Ваши таланты весьма пригодятся нам на Тауэрском мосту. Уверяю, вы получите благодарность всей нации. Мне хватит и права голоса.
работай. Вот и что-то про радио. Но где? Предупреждаю, леди, стойте! Заблудились! Не мое дело! Вишь отсюда! Мало ли что! Вам это так не сойдет! Поздно, ассасин. Лондон сгорит. Само с какие-то пахи. Я здесь, если я могу не справиться. Все ближе. Радио где-то у реки, но нужно узнать точнее. Бежим отсюда скорее! Умно. Радио спрятано в самом мосту. Северная башня. Наведаюсь туда. Huh?
это грязного ботинка! Стойте, Мим! Готово. Отложим празднование. Один дирижабль все же прорвался. Спокойно. У меня есть план на этот случай. Thank you.
Оружие наготове! Душу. Ваша лодка тоже внесла свой вклад в наше дело? Мой проект в бытность лордом Адмиралтейства. Я не всегда прятался в тени. Думаю, эта победа поможет вам выйти на свет. Да, мы нанесли врагу удар, но в Лондоне все еще полно немецких агентов. Недавно появилась группа, ничего подобного я не видел. Их рвение доходит до религиозного фанатизма. И вы предлагаете мне разобраться с ними? Верно. Я не обращусь к мистеру Асквиту без доказательств, но они представляют серьезную угрозу. Возьмите их на себя, и даю вам слово. Как только я снова окажусь в парламенте, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить вашу просьбу. Вы же знаете, голос на выборах может быть смертоноснее пули или клинка. Ваших машин, где я дрейфую в сером. Но я крепну. Мир почти готов к моему пришествию. Я призвала тебя в эту симуляцию с одной целью. Рассказать историю. Историю о нас.
Как вам мой новый кабинет, мисс Фрай? Как видите, мои агенты нашли несколько зацепок. Шпионы были обнаружены у полевого госпиталя, доков Святой Екатерины и Тауэра. Уверен, мисс Фрай, вы понимаете, что этих лазутчиков жизненно необходимо устранить. Нравится мне она.
Needs chopping. Make room for progress. We need houses.
I fear there may be spiders living behind your eyeballs. Здесь, если люблю нужно. Резать свиней. Моим собакам это пришлось бы по вкусу. She's having a little wrist. She can't be up to much good. How you doing, Evie? What you whining for, miss? Thank you.
один ваш вид был мне противен. Как вас передергивает при виде паука. Людей создали те, кто пришел раньше. Мы — Ису. Мы создали вас по своему подобию, лишив истинных даров. Вас разводили для труда, в крайнем случае для войны. У нас были обсерватории для наблюдения, устройства для контроля. Наделить вас честолюбием было нашей ошибкой. Вы восстали против нас. Пожалуй, мы сами виноваты, что такими вас сделали. Неудивительно, что большинство этих симуляций завязано на насилии. Надо провести расследование. Не исчезла же она. Лучше посмотрю, что там. Вам помочь? Ей сюда нельзя. Давай. Вижу. Как ты смеешь? Ugh!
Гоните ее! У нас постар... Слежу-ка я за ней. Наши народы забыли о надвигающейся угрозе. Корональном выбросе массы на Солнце. А лучшие умы нашего времени пытались предотвратить катастрофу. Среди них были Минерва, Юпитер, возлюбленный Аида. Мы много лет провели в Великом Храме в поисках спасения. Пока все думали, как бы сохранить свою оболочку, я знала, что мы сможем выжить, только изменившись. Вдохновившись идеями великого ученого Конца, я попыталась переместить разум Аиды в искусственное тело. Мой возлюбленный умер у меня на руках, а меня изгнали. Thank you.
уверены, что одна из санитарок работает на врага. Она уносила пробы крови в странных кубах и передавала их неизвестному сообщнику. Возможно, вам удастся застать их во время одной из таких встреч. Удачи! Ha!
Видели женщину? Тебя дульта вышибу!
Все наши усилия были тщетны. В 2306 году эпохи Ису Солнце обрушило свою ярость на великую в прошлом цивилизацию. Работала концепцию конца. Я собрала сущность Аиды и поместила ее в ДНК вашего непокорного вида. Я обрекла его на постоянное перерождение. Снова и снова. Я вернулась в великий храм, сбросила оковы тела и вошла в серое. Но проклятые Минервы и Юпитер нашли меня и заточили внутри. Я ждала, когда ваша технология позволит мне вернуться. Ожидание подходит к концу. Thank you.
Освоился с работой шпиона. Это вас наверняка заинтересует. Один из шпионов, содержащихся в Тауэре, сделал несколько любопытных заявлений о братстве ассасинов. Представьте себе. Возможно, вы захотите, чтобы он замолчал, пока он не причинил вам лишних хлопот. Это вам подарок от меня. Она здесь делает. Тревога! Кто-то бронит! Не спускай с нее! Видишь ее? Ловлю ее! Здесь посторонний! Вижу ее! Ты
Все. Сюда кто-то проник. Попалась. Я знаю, ты меня слышишь. Тут чужие. Тревога. Она у меня на мушке. Жди, не будь стука. Пора ее арестовать. Thank you.
Мисс Фрай обнаружила логово сети шпионов, наводнивших наши улицы. Вы знаете, что делать. Следуйте за ней и избавьте Лондон от заразы. And the target. We'll get those tomorrow.